Так, вот вещиное описание. Я только начала делать, но решила так постепенно и в мастер-классе соберу. Не в мастер-класс, а в плейлист. Значит, что у нас тут есть? Белая соль, потом слой угля, потом слой янтаря и немного перца черного. Дальше будет полынная соль, за ней будет лавандовая соль. За ней будет чертополох, потом чертогон слоем, потом опять соль, перец. И все это закроется лавром и перцем, и тимьяном. Это будет как дно большой бутылки на исполнение желаний с посылом любви по Клаусу Джоулу. То есть я соберу послойно все это, дальше будут травы гекаты, бутылка будет закрываться, но не запечатываться воском. Воск внутри тоже будет, будут рунические формулы Сэма, будут еще кое-какие формулы, и я туда буду опускать, ну вот список, есть такая техника у Клауса Джоула по посылу любви, и там надо создать, допустим, список из там 5, 10, 20 своих желаний, и каждый день наполнять их любовью. А вот, и я решила сделать это дело еще интереснее. Я с листиком этим еще с 2011 года работала, так выскочила из кредита, и многое там происходило. Я знаю, как это работает. А теперь я решила соединить ведьмину бутыль. А есть варианты, когда ее не закрывают, не запечатывают воском. То есть это не очистительное, а, допустим, временное очищение, балансировка мыслей и все остальное, бутылка остается открытой со всем наполнением и у изголовья. Я решила соединить эти две истории в одну прекрасную, в которой будут травы, гекаты, будет опускаться списочки моих желаний или листики. В них будут рабочие рунические формулы на все случаи жизни, которые мне нужны для исполнения желаний. Ничьи я вот делаю очистительным, потому что на каждое наше желание есть внутри много противодействия, неуверенности, беспомощности выученной. Что у нас еще есть? Ожидание негатива есть. Ну, в общем, у меня есть техника 24 пункта негативных, которых надо вычистить, прежде чем ты приступишь к запуску исполнения желания. Вот эти 24 пункта тоже здесь будут. И поэтому бутылка большая, потому что здесь еще будет очень-очень много всяких текстов. И я, и лепестки, и все, что я собирала во все сезоны для того, чтобы все это там, по-моему, в световом, в моих световых техниках собрано для свечей и для моей работы, и для курсов. И вот это все здесь будет как наполнение, и я буду каждое утро держать эту бутылочку и наполнять ее любовью, свои желания любовью. И когда ты это все делаешь, ты сам наполняешься любовью. А у меня есть сейчас 5-6 очень важных направлений, желаний. Так что буду записывать отчеты, как я себя чувствую. Тут и ароматы будут, тут, короче, много чего будет. Бутылка гигантская, всего хватит.